Всем привет, с вами Пешутер. Мы будем смотреть одного школьника. Ладно, короче, и мы сейчас будем играть в Соник. А при чем здесь Соник 4 эпизод 2? Беспалевная реклама. Давайте стартанем новую игру. Давайте же выберем вот это вот и поспешим. Все-таки играть. Итак, давайте же соберем вот эти вот все кольки там. Кольки, когда ты говоришь кольки, одно кольцо в мире страдает. Кольки. Кольк. Вот. Вот лучше. Алло, давай. Хватит вертеться, Соник. Почему ты не Соник Экзе? Блин, я обожаю Соник Экзе. Мультики буду смотреть с ним теперь. Уи! В космос! Я куда-то полетел. Я очень быстрый. И мы улетели в какой-то странный мир. Здесь все похоже, но мы где-то на каком-то водопаде. Давайте же мы провернемся и сделаем эту чертовую петлю. А как нам здесь еще раз выбраться? Давай. Да блин, ну что, реакцию надо супер. Хорошо, у меня реакция такая, норм. Ну не скажу, что супер. Ебой. Все-таки меня, наверное, этот Соник реакции научит такой, что я...